ちは裏切り者を調査しに来てるんだよ。これ上登れるんだ。Смотрите оба, этот урод должен быть где-то поблизости. Да уж, смотрю. Не хочу опять получить наказание от Козлова. Знаю, знаю. Чего? Меча кое чекай, не Все они воры, бродяги и чокнутые. Почему чокнутые? А какой нормальный человек захочет жить в этой радиоактивной пустоши? Мы их вежливо попросили свалить, а они сопротивляются. Ты прав. Я бы сам сюда не сорвался, но платят тут получше, чем в армии. Похоже, они ищут этого таинственного парня. Ой, тут, 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 тут. Я чё-то голосовой место не понял. Шоуко и солдаты. Я ничего не вижу в этой части айтемов.音楽変わったし、どこだ兵士わかんねえ。目的地的にはここだ。兵士の場所がわからないの怖すぎる。はい、下か。いるいるいる。これ大丈夫、行って行っちゃうよ。ハロ、ヘイヘイ、не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтобы я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель! Я даже в НАР никогда не работал!Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало. Ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче...Я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Ну и близко не так любопытно, как ты, мой друг. Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал. Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали.Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к НАР и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Сурясуда.持ち物を調べる。Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И кстати, дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. Я ни хрена тебе не буду показывать. Нани? 危険そうには見えない。彼を引き止める。引き止める。Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да. Похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, что ты тянешь? Решай уже, урод! О, Карео Коросу. Ха-ха-ха.
疑わしきは罰せよ。ああ精神が。まあ社内よね、レーションだ。Мне правда жаль, но я не могу рисковать。いや、レーションが手に入っただけでも収穫だよこれは。いや、どうなんだろう、選択の良し悪しはわからない。普通にやっちゃったから。ただまあ危険を犯せないっていうのはまあそりゃそう。っていうかちょっと待って、これだけで帰るのはしょっぱすぎるな。アイテム収集したい。ここで作れるのは、こういう特定の工房だけだし、あとトラップだし、ロックピックを作れる工房は今作れないんだよな。いやまあでも今の裏切り者 NAR にまあはめられてる、結局因縁つけられて裏切り者ってされたやつだから、仲間である可能性は割と低いんだよな。あれ、殺したの失敗した、もしかして殺したの失敗したか。まあいっか、間違ってたらまたこの世界がループするでしょう。で、さっきの将校と兵士の会話は、どっかに無線機でも落ちてたのかな。周辺で喋ってるような声量ではなかったんだけど。あ、キノコ。あのハテナはどっちみちロックピックが必要だし。そう、ロックピックなんだよ、今必要なものは。あされるもの大したないな。やっぱメインクエスト関連でフィールド散策してたらダメだな、アイテム収集が進まない。とりあえず帰ろう。裏切り者は殺してしまったって報告。食料配給と、食料そろそろ収集しないとな。わ、発電所シルドブライト生えてきてる。なんで生えてくるんだっけ。Знаешь, Игорь、Это не самое убогое и жалкое место из тех, где мне приходилось ночевать. Но в тройку худших оно точно войдет. Как насчет радио или растений каких-нибудь, чтобы тоску развеять? Ты прав. Отлично. 兵士なんだからさ、いいだろ、居住区くらい、二の次で。そんなに重要か。とりあえずね、優先的に作りたいものがあるんです。作れない。電気部品がない。そっか、電気部品ってまず落ちてないんだよな、あんまり。どうしよう。空気清浄機も、洗浄機か、これも置けないし。いや、これも電気部品なんだよな。雰囲気を良くするね。いや、これも電気部品なんだよ。困ったな。すべてにおいて電気部品がないんだよ。今ね、椅子しか置けねえんだよ。椅子ばっか置いたってしゃあないだろ。とりあえずプライベート空間ある程度作っとく。はい。あとそうだな、ガーデニングするか。
どうせ持っててもしゃあないものは今。あ、そうだ、軟膏を作ろう。軟膏、軟膏じゃねえや、塩だ。まあいっか、これで。ちょっと次の日は収集だな、メインを。裏切り者のことは何も言わなかったな、オリビエ。さてと、居住区の環境が良くないからまた。Носорог 3, это синяя птица. Как слышите меня? Прием. Это Носорог 3. Слышу вас хорошо. Прием. Носорог 3, планы изменились. Дед Мороз отправляется в детский сад в Копачах. Расчетное время прибытия через 3 часа. Обеспечьте сопровождение вертолета. Прием. Будет сделано, синяя птица. Выдвигаемся. Будем на месте через 2 часа. Конец связи. Дед Мороз. Мы с Борисом называли так профессора Семенова. Еще когда были студентами. Возможно ли? Благодаря ему я приехал в Припять много лет назад. Он помог Татьяне получить работу, а теперь сотрудничает с НАР. Наверное, у него есть на то причины. Он всегда был настоящим ученым. И он – моя главная надежда найти Татьяну. Я должен с ним встретиться. Он был твоим наставником, да? Попробуй найти его, если для тебя это так важно. Только будь начеку. Я всегда начеку, Оливер. Скорее всего, его будут охранять. Постарайся проскочить незамеченным. Не строй из себя Рэмбо. Рэмбо. А, 教授. 昔の恩師と。わ、生えてるよ、チェルノブライトが。モサモサと。ザ・ディラ。ちゃんとした装備はねえんだ。悪いな。ここがね、何も進んでない。で、だいたいコパチかモスクワ会いに行っとけばいろいろ進むんだけど、クエストが。アイテムないからね。アイテム集めましょう。食料品集めに行こうかな。オリビエね。まあ、回復アイテムあるから、ちょっと危険な目に遭ってきてくんないかな。行ってらっしゃい。よし、これで行こう。赤い森。あれだ、アーリーアクセスの時、レッドフォレストっていう。名前になってたとこだ。あ、そうだ、ここね、囲いあるんだけど、囲いの中の入り方わかんなかったんだよな。あ、めっちゃハテナある。これ散策のしがいがありそう。あ、違う違う。さあ、ここは収集メインでやっていこう。電子部品だ。電子部品？電気部品だったが、どっちでもいいけど、あれがないと何も作れん。もうちょっとハイライト早くできればいいんだけどな。おっせんだよな。はい。あ、なんもないか。あー、そうだ、ここモンスター出てくるんだっけな。あー、だっけな、つうか、いるんだよ。兵士いなかったかもしんないな。まあ、今21発あるから、それなりに。こいつら多分ステルスキルなんて通用しないでしょ。え、できないこともないのかな。え、めっちゃ警戒されてる。え、めっちゃ警戒されてる。めっちゃ警戒されてる。え、何、どんだけ見えるの。撃っていいか。じゃあヘッドライン、ヘッドラインどの辺だ？この辺か？わ、ブレる。
うわあ。待って待って、早い早い早い早い。うわあ、早い早い早い。変質者。オッケー。あ、でもそんなに強くない。あ、めっちゃ持ってるじゃんアイテム。何その頭。どうしたの。また来たし。いてえ。ならず者。いてえ。追われてる。うわ、増えてる増えてる増えてる増えてる増えてる増えてる。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい。えらいとこ来てしまった。つか、もう弾ねえ。バカ野郎。あ、いて。あっか。これ死んだな。え、アドレナリン？あ、そうなるの？あ、ハッスルタイム。拳しかない。よし。今もう完全に死んだと思ってたんだが。やばすぎるここ。つうかもう弾ねえ。弾ねえし回復もほぼねえ。え、これもうピンチになったら逃げるしかないな。戦闘でなんか NAR かなんかがずっと喋ってたけど何も見れなかった。いや、ささっとアイテム収集だけやってここから離れよう。まああと調査もできれば。いや、怖えな、この辺の調査。絶対まだいるでしょ。死んでる。何今の声は。この辺で死んでる NAR 兵士の声。ってやつ。もうアドレナリンは刺しちゃったし。あ、もう一つあるのか。いや、あるけど、正直これめちゃくちゃ強かったから。あのスローモーションなければ確実に死んでたから。もう体力ゼロになりたくないな、こんな装備で。やばくなったら逃げよう。あ、調査してる場所たくさんあるな、でも。ああ、とりあえず食料品を回収できりゃいいから。食料品は回収したい。あ、汚染されてる。なんだこの不気味な BGM は。なんもいない？いやー、確かね、こっちの道路の方、モンスターがうじゃうじゃいた気がするんだよな。この辺汚染大丈夫か？お、ん？お、なんだこれ？チェルノブライトの塊みてえのがあるぞ。かギャー、なるほどなるほど、いけませんと。今の場所バーナーで焼いても行き着く先はチェルノブライトの塊な気がするんだけど。
は？は？ん？あれ、兵士？兵士っぽかったな。ゾンビ兵なんてこの世界に存在したっけ？ちょっとわかんないや。もうちょっとここ危険だから、食料品だけ、せめて食料品だけ。弾をクラフトしたけりゃ、また専用のクラフトステーションを建てりゃいいんだけど、どうせ今弾作れるだけのアイテムもないし、持ち合わせてないし。あ、あっさり回収できそう。できそう？あ、なんかめっちゃアイテムあるな、この家の中。あ、よかった。物資周辺、誰もいない。よし。レーション 4.3。なかなか。じゃあちょっと、死なない。死なない程度に、散策して、帰ろう。死なないことが大切だ。な兵士いるじゃん。いや、ちょっと先にアイテム収集だ。